и поправился. Нет, я похудел на 3 килограмма, ты че ебнутый? Я сбросил! Хотите живот покажу? Смотрите на меня сбоку, у меня живот ушел, блядь. Раньше вообще пиздец был, блядь. Сейчас это еще по-божески, вы че ебнутые нахуй? Не, без шуток, у меня реально сиськи ушли. Я реально похудел на 3 килограмма. Я ща на весы встал, я охуел. Ща, мы для сравнения можем открыть любой прошлый стрим и посмотреть на меня жирного там, ебать. Это же вообще пиздец, вы чё, блядь? Посмотри, вы даже это существо красивое захейтили, долбоёб. Посмотри, какая она милая, толстенькая, красивая, блядь. Это не чучело, веревок нет, блядь. Это живая, сука, кошка. Смотрите, папа сегодня мне скинул видео, блядь. И что вы мне на это скажете? Чучело шевелится, блядь. Смотри, живая! Робот, блядь. Какой нахуй робот? Вы вообще уже ебнулись. Смотри, робот так не может, блядь. Да, конечно, блядь. Это папа просто. Он не понимает, что, ну, картинка видео тоже переворачивается, блядь. Хотите охуеть? Я взял абонемент в зал. Я вам просто сейчас покажу форму своего тренера, блядь. Вы все ебнулись. Завалите. Этот человек сделает из меня человека, блядь. Мне его Димон Ликс посоветовал. Вы все по Диману Ликсу видели, ну какой он на свой возраст, ебать, накачанный. Хорошо, ебать, выглядит. Ну, Диман хуй не посоветует. Это форма моего тренера, ебать. Чё думаете теперь, нахуй? До чего вы теперь доебётесь, расскажите мне. Это мой тренер, блядь. Этот человек будет из меня делать настоящего громилу, блядь. Я буду бомбить эти спортзалы, блядь. Какой Столяров? Столярова нет формы, блядь. Братан, мне даже химия не нужна, посмотри на мои массы, ебать. Мама гуакамоле против чего? Подожди, что у меня мама сказала на фоне? Я просто... Тихо, ща всем, блядь. Мама! Осуждаю! Чё за хуйня? Мама! Это по телеку было сказано. Это еще не моя мама, она просто, ну бля, хуйню пизднула, реально тебе говорю. Это я, а значит время уроков иностранного языка. Переведи, пожалуйста, на испанский. Я потерял черные кости в тумане, может пригодиться. Ща, братишка, все переведем. Сейчас все посмотрим, все переведем. Так, уроки нахуй испанского языка, блядь. Испанский. Perdí huesos negros en la niebla. Perdí huesos negros en la niebla. Не понимаю последок, давайте по слогам учить, блядь. Perdí huesos negros en la niebla. Perdí huesos negros. Perdí huesos negros en la niebla. En la niebla. Perdí huesos negros en la niebla. Perdí huesos negros en la niebla. Блядь. Perdí huesos negros en la niebla. Блядь, она наконец глотает. En la niebla. Perdí huesos negros en la niebla. Perdí huesos negros en la niebla. Ну, я так понимаю, у тебя скоро отпуск. Ты долбоёб, мы испанский язык учим на стриме, блядь. Чё, блядь, у меня скоро путевка в Испанию. Вы чё, не в курсе, нахуй? Я ж, блядь, скоро в Испанию пиздую, блядь. Мы просто испанский чуть-чуть под боссу поднатягиваем пополам, нахуй. Perdí huesos negros en la niebla. Это я потерял черные кости в тумане, переводится. Короче, я род Бустера и Авилона еб... в прямом и в переносном смысле. Объясню почему, блядь. Пацаны на огромную аудиторию славы на 35 тысяч онлайна, блядь, спалили мой настоящий рост, который я скрывал на протяжении 3 лет, блядь. И как мне теперь нормально к ним относиться, блядь? Если что, а рост какой? Рост какой? 180. У меня 186, 110. Чё, блядь, у тебя 186? Какой ты 186, ты долбоёбно! У тебя 180, ты ты ниже меня, блядь! Вы чё, по одному, блядь? Моя кепка Амири, ебать! Пиздишь, не, слышь? Ладно, я вам вынужден признаться. Я чуть-чуть стоптался. Это есть такое свойство у толстых жирных людей стаптываться. Я чуть-чуть стоптался. Когда человек толстый, блядь, на него вес давит, он стаптывается чуть-чуть. У него кости вот так сжимаются, блядь, он горбатится. Бля, короче, я вам просто сейчас объясню в адеквате. Просто, чтобы вы понимали без хуй. У меня настоящий рост... Ладно, да, я пиздобол! У меня настоящий рост 180 сантиметров. Настоящий рост у меня 180. 186 я преувеличил. Объясню почему. Потому что меня один раз замерили, блядь, в медицинском кабинете. И я просто в кроссовках меня замеряли. Я только недавно это понял, что у меня 186 это в кроссовках с такой платформой, блядь. Проблема моя в чем? Поскольку я уже не толстый... Видите, пуза нет. Я перестаю горбатиться. Вот, смотрите, я стою всегда вот так вот.
В жизни, вот, вот, смотрите, я расслабленный, видите? Вот в жизни я всегда вот так вот стою. Вот, расслабленный. Смотрите, я сейчас выпрямлюсь. Вот, я в жизни типа вот так по улице хожу там, здороваюсь со всеми. Ну, такой чисто додик. Стоп. Осуждаю, осуждаю. Или не осуждаю, я не понимаю. Это можно? А, фух, блядь. Ну, короче, я додик ебаный. Точно можно говорить, осуждаю. Блять, ну напишите нормально, нахуй вы меня подставляете, сука. Денджер Леха говорит на стриме, его не банят, это не запретка. А, ну все. Короче, я в жизни как ебаный додик хожу, вот такой весь горбатый, блять. Смотрите, если я выпрямлюсь, грудь вперед и попер, ебать, у меня даже головы в кадре не видно. У меня сразу прибавляется, ну, сантиметров 6 точно. Об этом и речь, блять. Ебать, сиськи, закрой рот, нахуй. Что это такое? Ну, блядь, Лёха просто в ролике снимался, кореш. Гифка смешная. Да, блядь, Лёха нормальный пацан, клянусь вам. Кстати, Марк, а нахуй ты один на Твиче, как ебан в Луносе, обоссанных сидишь? Кстати, у Шадоукика сегодня микро на них не работал, проверь, пожалуйста. В смысле, ты долбоёб? Какой один пол Твича в Луносе сидит, ебан? Как бы я над Славиком, над этими Лунаси ебучими не рофлил, наушники хорошие. Проверь микрофон, сука. Ща. Алло, слышно? А, я вывод не поменял, ща. Алло! Алло! Проверка. А, стоп. У меня звук, блядь, не с них вывелся, подождите. Алло, алло, слышно? Прием, прием. Во, сейчас Лунаси должно быть. Че вы угораете, блядь? Вот звучок с Лунаси. Вы еб... Ну ты! Вы ебнутые или да нахуй? Это премиальная продукция, блять, наушников. Вы чё, вообще конченые? Охуенно слышно. Вы ни в одних наушниках не найдете профессиональный звук, блять. Ни в одних не найдете. Это, блять, вы покупаете наушники, а не микрофон. Бля, какие вы конченые. Я ваш рот ебал, отвечаю. Просто посмотрите, послушайте его, блять. Горбатый, что ты, когда ты сосать падаешь, ебать. Ты, сука, бля, медуза ебаная. Когда у тебя 186, когда ты на четвертой ступеньке, блядь, или что? Бля, ебаные твари в десятером на меня накинулись просто. Да ебать за мой рост. Ладно, чат, вот давайте сейчас средний рост в чате выявим. У меня рост настоящий 108 сантиметров. Да, я был пиздоболом все 4 года стриминга. У меня не 186, у меня рост 180. Ровно 180, может даже уже 181. Если выпрямлю, 182 будет. Сколько у вас рост, блядь? 2.30 чел пишет. Ты в книге рекордов Гиннесса сидишь, долбоёб, блядь. Короче, в зал я пойду в следующую пятницу, объясню почему. Потому что я сейчас нанял тренера, я сейчас занимаюсь сдачей анализов. Он мне поставит правильное питание, пропишет тренировки. Короче, мне нужна неделя на подготовку. Пятница-суббота следующая я пойду. Абонемент куплен. Абонемент у меня там по занятиям. Он не с того дня работает, которого я его купил. Он работает с того дня, как я первый раз приду в зал. Вот, поэтому ничего мне не прогорит, ничего не исчезнет. Анализы. Я сдам, я нашел нормального тренера, мне его Дима Ликс посоветовал. Хотите прикол, блядь? Я Диману пишу, блядь. Дима, а он много бабок берет? По бабкам сколько он будет стоить за такой контроль? Мне Диман отвечает. Он мне по-дружески просто написал, что как особо-то контролить не надо. А тебе-то так же можно. Зачем тебе этот контроль? Ну а так спросишь, сколько накинуть, если возьмешь что-то, да и все. Мне с них 30 тысяч выставили. Спасибо, Дмитрий Лиханов! Он тебе сам там накинешь, сколько захочет, он, блядь, говорит он мне нахуй. Что со стилистом? Придется оплатить, короче. Он дописался, мой стилист дописался до оргов, блядь, премии Slay. Они начали ебать мне, блядь, мозги. И мне придется оплачивать стилиста, блядь. Я думаю, он сейчас на стриме сидит, блядь, здорово нахуй. Марк, привет. Удачного тебе стрима, а также мотивации для тренажерки. От тебя я могу тебе посоветовать пить L-карнитин, чтобы ускорить процесс сжигания жира. Также L-карнитин тебе добавит немного выносливости. Удачи. Спасибо, привет, спасибо! Спасибо, бля, Аришка! Ёжик, привет, если ты про ТГ, чтобы я тебе ответил, я тебе ответил. Что это, блядь, скип? Привет, дядя Скрудж! Спасибо. Иди нахуй! Зеленский планирует новые удары по Белгороду. Кто это сказал? Макс, блядь? Москва. Белгород. Прилет. Где-то 18 числа. Да ебаный Макс, нахуй. Как тебе можно было бы что-нибудь придумать такой типаж, как будто западный немножко?
Да, конечно. Бля, муха, брат, за западный типаж, спасибо. Это на самом деле охуенный комплимент. Потому что, знаешь, что я по стильку отличаюсь, ебать. Я реально, мне кажется, я один из самых модных на Твиче. Я вам клянусь, блядь. Ну реально, бля, посмотрите на мой стилёк, ебать. Я, конечно, понимаю, лишние КГ имеются, блядь. Если не комплимент, комплимент, братишка. Я такой чисто, знаешь, свегобич, ебать. Чуть-чуть штанишки проспустить и попёр, ебать. Свег — моё второе имя, нахуй. Просто пример. Проверка на хайбистов, хуесосов и позеров. Оценка рубашки по 10-бальной шкале. Смотрите, какой принт на ней. Это не принты, а вышивка. Это не картошка фри, если чё. Это сердца, проколотые кинжалом. Оценка рубашки. Вы все пишете ноль. Что и требовалось доказать? Вы хуесосы. Объясню почему. Потому что эта рубашка Supreme, твою мать, блядь. Она стоит 150 евро, нахуй. Это лимитированная коллекция. Их всего 1000 выпустили. Она на дропе стоила 150. На ресейле, ритейле, блядь, она еще 1000 евро, нахуй, стоит. Мы, как с пацанами, вбивали Европу, нахуй. С чужой карточки вбили, нахуй, мне рубашечку Supreme. Ай-яй-яй. Было время, блядь. Заказывал шмотки, нахуй. Я понимаю, что она сейчас уебно выглядит, но я просто доказываю, что я в свое время реальным хайбистом был. Красавчик. Алло, брат, привет. Привет. Реально твоя фотка? Ну, блядь, моя кухня. Бля, приятного аппетита, охуенно пиздец выглядит. Спасибо, получше твоей рубашки. Я тебе без шуток говорю, я тебя очень люблю, но ты как модер, ты, конечно, хуёвый, но я тебя как человека люблю. Смотри, короче, в чем хуйня? Я в тебе вижу молодого себя. Я тебе клянусь, я вот так же, как и ты, окончив школу, начал себе готовить. Причем это все фоткать, красиво подфоткивать. Ты по-любому девочке еще какой-то это кидал, чтобы она оценила. Я это в Бургер Кинге купил. Бля, это реально был я, прикиньте. Пизда, чат. Ладно, я вам ничего обещать не буду очередной тысячный раз, ебать. Я пообещаю, вы мне потом подтягиваете мозги, ебать, этим будете 3 года, блядь. Потом, покажи пузо, покажи попу, покажи писю, блядь. Нет, я сам себе пообещал привести себя в порядок, стать ебучим секс-символом СНГ Твича, блядь. Дай бог, мне это получится, навряд ли мне это, конечно, получится. Вот, но я буду идти к этому. Бля, ну тут реально я был человеком, пиздец. Вот, поэтому я вам ничего обещать не буду, я поставил себе цель, и я пойду. Привет! Я тут один, и мне вообще не нужен никто. Я сам на себе тащу все, я твой любимый фрукт прямом. Давно хотел брать из жизни лишненький отца, который так стыдно, ты видишь, растет, но они рты закрываются очень быстро. Да, я часто улыбаюсь, но когда я выключаю, как волшебник, прыгаю в фокус.